Доброго дня, друзья! Прекрасный способ вырастить что-то подобное или подобное заставляет избавиться от вредителей. Идеальный способ избавления от вредителей. А это что? В ловушке. Вот у нас шершень, пытается из нее выбраться. Муха может. Это в бутылке. Прорезано фактически вот такое отверстие, сквозь которое они туда заходят и выйти оттуда потом не могут. Внутрь наливается некая жижа, которая впоследствии их привлекает. Вот. Вот набито полностью. Вот пытается шершень выбраться оттуда, но не суждено. Вот. Внутри этой истории мы видим вот такое кладбище из вредителей. Какая-то такая история. Поэтому сверху висит на неком крючке. Это многолетняя бутылка, она уже здесь висит годами. Просто наполняется нужной жижей регулярно, сладенькой и бродящей.